pessoa não tem que ter que saber fazer a nossa. E quando eu fui filho do outro, eu percebi que escolhi a mim. Me preencheu de mim. Me preencheu de guerra com os juízes. E eu estou com para esse povo, mas se livre. Daí eu me vejo e lá vai. Eu dou a mãe nos juízes. E estou com o dia em morte. Мы убивали твоих детей. Я не кричал, мама, своими не родившимися глазами. Мама, жаль меня. Мы убили его, мы. Мы работаем сами себе, говоря, что нам трудно живется, нам не нужно жить и содержать детей. Мы их убиваем. И когда мы думаем о нашем правительстве, мы говорим о том, что мы убили его, что мы живем с нами, когда мы живем. В заключении миссии обобщить несколько очень важных мыслей. Viele haben die Frage gestellt, was kann ich machen, damit ich mit Gott in Ordnung komme? Очень многие из вас задавали вопросы, что я должен сделать, чтобы у меня был порядок с Богом? Die gleiche Frage haben auch die Jünger gestellt. Точно такие же вопросы задавали и ученики Иисуса. Sie haben Jesus gefragt, was sollen wir tun, dass wir die Werke wirken, die Gott von uns verlangt? Они его спросили, что мы должны делать, чтобы мы могли делать те дела, которые желает от нас Бог. Und die Antwort von Jesus war sehr überraschend. И ответ Иисуса был очень, можно сказать, ошеломляющим. Jesus sagte folgendes. Иисус сказал следующее. Das ist das Werk, das Gott von euch verlangt. Дело Божие, которое желает от вас Бог. Glaubt an den, den er gesandt hat. Следующее. Веруйте в того, кого Он послал. Thank you.
Желаю, знаете, что в Ренке-то небеса.